Библейский портал exeget.ru представляет. Здравствуйте, братья и сестры. Мы продолжаем с вами изучение книги Священного Писания Ветхого Завета, книги Бытия на библейском интернет-портале exeget.ru. И с вами снова сегодня я, Солодков Андрей Иванович, декан миссионерского факультета Российского православного университета. Мы с вами приступаем к 11 главе и видим следующий текст, который в нем излагается. «Сказано, на всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, люди, то есть они, нашли в земле Синар равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей, обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо издестей» и сказали они, «Построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие, и сказал Господь, «Вот один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали. Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого, и рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Мы помним с вами о том, что когда Ной вышел из Ковчега, то Господь дал ему повеление в 9 главе, чтобы люди распространялись по всему лицу земли. Но здесь люди знают это повеление, потому как и сказано, что они делают такую оговорку. И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес и сделаем имя прежде, нежели рассе... рассеемся по лицу всей земли. Они знают эту заповедь Божию, что Господь им сказал, что плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, распространяйтесь по всему лицу земли, стройте города по всему лицу земли, селения, но народ скапливается в один огромный мегаполис. Я нередко бываю в миссионерских поездках по стране, и бывают у меня миссионерские поездки на остров Сахалин, и вот почти 9 часов самолет летит без посадки до острова Сахалин, и когда летишь, смотришь вниз, реки, земля, столько земли, леса, озера, и думаешь, почему же мы все столпились в этом огромном мегаполисе, как в неком Вилонском столпотворении. Почему люди не распространяются по всему лицу земли, столько плодородных земель? Кому это надо, чтобы расширять Москву, но не расширять пределы своего государства? Но это такой вопрос очень важный для нашего осмысления. И здесь мы видим, что люди тоже думают, зачем нам расселяться, исполнять эту заповедь Божию, построим себе город высотой до небес, башню. Почему люди начинают строительство этой башни? Господь сказал, что потопа не будет, что водами потопа земля больше не будет потопляема. Но люди говорят примерно так, как и сегодня современный человек рассуждает. Мало ли что там сказал Бог. А вдруг будет? Надо построить себе башню повыше, чтобы залезть туда. И они слышали, что воды потопа накрыли всю землю. Но вот они надеялись, что построят такую высокую, чтобы залезть туда на самую высоту и продолжать грешить то есть человек всегда упорствует в исполнении заповеди Божией и начинает создавать какие-то нелепые такие искусственные миры. Как и здесь сказано, что вместо камней у них стали искусственные стройматериалы, они стали, стали из смолы и из глины. Так, так здесь и говорится, что они двинулись с востока, нашли землю Синар и сказали друг другу, наделаем себе кирпичей, обожжем их. Да. И далее мы видим пятый стих. «Сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие». Здесь опять мы понимаем, что слово «сошел Господь посмотреть», «Бог всевидящий, всезнающий и всемогущий». Говорится, мы уже говорили об этом, снова напомню, что это так называемые антропоморфизмы, которые встречаются в Священном Писании для того, чтобы Господь как бы преломляет себя в своем изложении. Мы через Моисея когда записывал эти богооткровенные книги, для того, чтобы было это нам более понятно. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие, и сказал Господь, вот один народ, как мы с вами прочитали, и один у всех язык, и вот что начали делать, и не отстанут они а от того». Что же они там начали делать? Интересно посмотреть, что это была за вавилонская цивилизация – Свидетель Леон пишет по этому поводу. Прежде чем перейти к этому вопросу, мы посмотрим, что это была за цивилизация, о человеческой гордости в строительстве этой башни. Он пишет, цитата, «Смотри, как человеческая природа не любит оставаться в своих границах. Это-то особенно губит людей, пристрастившись к мирским благам, даже и тогда, когда обладают великим богатством и властью, усиливается подняться все выше и выше и выше. Это конец цитаты. Я когда прочитал эти стихи у свидетеля Анна Златоуста, я вспомнил вот ту песню, с каким энтузиазмом строилось советское государство 70 лет, подобно как эта башня. Все выше и выше и выше люди пели. Мы рождены, чтобы сказку сделать были. Я всегда думал, а вместо сердца получился пламенный мотор. — Действительно, так, так, то, что происходило в нашей стране многострадальной, неизвестно, что будет, но те события исторические совсем недавнего прошлого, они показывают, что вот это вот желание всех загнать в, в придуманное искусственное царствие Божие на земле, называемый коммунизм через гулаги, это, в общем-то, всегда приводит к таким плачевным результатам с их интернационализмом, тоже стерты были границы, о которых мы говорили в прошлой беседы национальности, это не важно, все это постепенно подготавливалось, нужно создать тип нового человека, и мы видим, чем это все закончилось, миллионами жертв людей, мучеников, священномучеников, и людей просто обычных, пострадавших, ну, в общем-то, ни за что. Итак, мы далее видим с вами, приготовил несколько да, таких еще цитат отцов церкви по этому вопросу, который мы с вами обязательно рассмотрим. Но мы видим, что же вот вопросом, который мы задались, очень важно его раскрыть, что же там Господь увидел, сказал вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать. Действительно был один народ и был один язык, все говорили на одном языке, можно сказать, то есть все идеи того самого космополитизма, они уже состоялись. Вот, вот, вот все живут, вот никаких границ. Вот Вавилонская башня, вокруг этой Вейлонской башни, как свидетельство раскопки, было много прообразов таких же. То есть они были пониже, люди, у которых не было таких возможностей, чтобы залезть туда в это так называемое бомбоубежище от водного потопа повыше. Они все равно как-то пытались подражать этому строительству столпотворения. И Господь увидел это все и сказал, что у всех один язык, что они начали делать и задумали и не отстанут. Что же они там делали? Какова это была цивилизация? В том, что э, известно, согласно уже и археологическим раскопкам, что на месте э, строительства вавилонской башни э, были найдены множество культов поклонения. Это поклонение Валу и Астарте, языческим богам. И Культ поклонения, причем, сопровождался страшными жертвоприношениями, которые не ограничивались только жертвоприношением животных. При... В жертву приносились люди, и не просто люди, а младенцы. Когда археологи э, делали раскопки, то они нашли сотни тысяч черепов младенцев. Но ну, очень легко определить, какого возраста этот человек. И что они заметили, что некоторые из них были не просто отрублены, а как-то надломлены. Они сначала не могли понять, что это произошло здесь, может, какое убийство масса, может быть, война нападения. Начали исследовать, ничего ни войны, ни нападения не было. Оказывается, было поклонение этим двум культам, Астарта и Ваалы. Причем поклонение было не просто безумным, это, ну, оно действительно было безумным, но они его сопрягали с тем, что наблюдали за звездами. Сначала они просто наблюдали за звездами, это была астрономия, но постепенно, уходя от Бога, человек начинает придумывать себе искусственные поклонения. Как писал Федор Михайлович Достоевский, человек перестает верить в Бога, он начинает верить во все остальное. То есть уже потом расшифровывая таблички, они увидели, что они увлекались созвездиями и стали Составлять так называемые гороскопы. И когда они видели, что какой-то младенец рождался не под той или иной звездой, или тем иным знаком Зодиака, то они его приносили в жертву, потому что он был опасен и неугоден обществу. А когда видели, что, в общем-то, угоден и хорош, то приносили тогда в жертву как: у и был еще такой языческий обряд, чтобы якобы энергию этой хорошей звезды, вот принося в жертву этого младенца, взять себе, почерпнуть, это такой же сатанизм, почерпнуть эту энергию э, тому жрецу, который приносил в жертву этого младенца. Поэтому действительно в междуречии это все было. Так вот и свидетельствует библейская энциклопедия. Цитата В долины во времена расцвета Халдейского вавилонской цивилизации были выстроены огромные ступенчатые башни, так называемые зикураты. Халдейские жрецы наблюдали с этих башен звездное небо и вычерчивали карты расположения небесных звезд. Они верили, что Солнце, Луна, планеты и звезды это божества, способные магически повлиять на судьбу мира и каждого человека в отдельности и считали, что если им удастся понять и предсказать движение небесных свистил, они смогут предсказать будущее. Астрологии такого рода называют вульгарной или примитивной астрологией. Главный принцип вульгарной астрологии в том, что положение вещей на Земле, тенденция развития собой соответствует конфигурации небесных тел. Астрологические воззрения религии Ханаана, представлявшие собой ответвление религии Междуречия, были тесно связаны с поклонением, ну, как я уже сказал, таким богам, как Валу, то есть Бел, Малох, или Астарта, Иштар и Римфана, отождествляющиеся, соответственно, Солнцем, Луной и Сатурном. Конец цитата. то есть видим, что все это было, и что интересно, не только было, но и есть до сегодняшнего времени. Например, если мы с вами у каждого есть почта, уже у многих электронная большинства людей. Если мы с вами, например, регистрируемся на Mail.ru, то нам сразу лепит знак зодиака. Если кто-то видел там с правой стороны, кто то по знаку зодиака? То есть почему-то считается, что астрология это какая-то наука. Что астрология это что-то такое вот научное, и значит, это обязательно должно быть э, прилеплено человеку. На самом деле это языческая древняя религия. Я представляю, какой бы шум поднялся в средствах массовой информации, если, например, человек регистрировался бы свою ли, электронную почту на каком-либо портале, и ему там при, значок такой, прилепляли бы, например, его святого, день его ангела, день рождения, по, по, согласно святцам, э, его день рождения. И краткое житие святых его покровителей святого. Нам сразу сказали «свобода совести», «вероисповедание», что это за насилие, у нас светское государство и прочие вещи. А здесь запросто лепится этот знак, и тишина, и все молчат. Да, известно, что действительно люди, которые начинают поклоняться твари вместо Творца, апостол Павел пишет о них следующее. Это, опять же, послание апостола Павла к римлянам. Что происходит с этими людьми, если они подменяют поклонение твари вместо Творца? Это послание к римлянам. Можем, можете открыть вместе со мной и проследить, <coughs> потому что мало ли кто что сказал. Я вообще советую все проверять, сказанное, независимо, какой бы человек не занимал должности, регалий. Вот у апостола Павла к посл... посланию к римлянам есть такие слова. Первая глава с 20 стих... стиха. Да, ну, можно вот с 21. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, а эти люди знали Бога и знали Его заповедь». Мы видим, вавилонские строители, они говорили, пока не рассеемся по лицу земли, сделаем себе башню высотой до небес. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и оморочилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ подобным тленному человеку». Это были поклонения в Астарте и Ваалы. Между прочим, Ваал — это был такой огромный, из литой из железа сделанный стукан, которого как буржуйку разжигали, дети, которые были неугодны, его бросали в руки, и они сгорали моментально. А старте как раз вот поклонялись, отрывали голову младенцев и кровь возливали, причем при этом творили оргии по принципу «кто кого поймает». Ну, мы сейчас увидим, апостол Павел об этом так и напишет, что происходит с человеком, отвергающим Бога, начинающим поклоняться твари вместо Творца. «Называя себя мудрыми, — пишет апостол, — обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим присмыкающимся. Мы знаем, чем наделяют звезды там, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся, и рактам, и прочей рыбы, и созвездия. То и предал их Бог в пох тех сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложу и поклонялись, и служили твари вместо Творца. Потому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похтью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное воздаяние за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавство, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушно родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Когда считаешь эти строги, такое впечатление, что апостол Павел, писавший их две тысячи лет назад, как будто пишет их о сегодняшнем современном веке. Все это есть, весь этот набор грехов, он изложен. А причина? Стали поклоняться твари, то есть своим вымыслам, своим искусственным мирам, своему пониманию поклонения, своему пониманию мира, устройства человека, его семьи, его личности, пренебрегая заповеди Божией. Это всегда очень опасный путь, приводящий вот к таким, я бы сказал, мягко говоря, недугам человеческого общества. Итак, мы видим, что действительно и сегодня продолжает продолжает астрология заявлять о себе как о некие науке. Посмотрим, так ли это на самом деле. Ну, например, я бы хотел обратиться прежде к текстам Священного Писания и предупредить тех людей, кто до сих пор верит и уповает на астрологию, понимаются и, и поклоняются тварь вместо Творца, предупредить, если недостаточно того предупреждения, которое бы уже было прочитано. В книге Второзакония, например, 4 глава, 19 стих сказано, и 18 глава, 10-12 стих. Цитата. И вы не слушаете своих пророков и своих гадателей, своих сновидцев и своих волшебников, своих звездочетов, которые говорят вам, не будете служить царю Вавилонскому. Это уже у пророка Еремии. И сказано, что Еремия 27 глава. А здесь, во второзаконе, есть вот следующие да, стихи. Так и сказано, что делающий это мерзок перед Господом. Я бы хотел еще и зачитать, конечно же, Блаженного Августина, его цитату. Почему именно его? Потому что Блаженный Августин в своей молодости увлекался астрологией. Он был даже посвящен в некую степень этой астрологической школы. Вот что он писал, будучи уже христианином. Цитата. «Что касается их всевозможных разглаголствований о влиянии звезд и их мнимых опытах астрологической в кавычках науки, то мы всемерно должны охранять от них чистоту своей веры. Подобными словопрениями они уст... стараются устранить в нас побуждение молиться. И в худых, заслуживающих справедливого порицания делах, с нечестивой извращенностью, располагают обвинить скорее Бога, Творца звезд, чем человека-преступника. Конец цитаты. Что здесь хочет сказать блаженный Августин? Он говорит, они нам препятствия чинят, чтобы молиться, причем мы должны охранять от них чистоту своей веры. Что это значит? И говорит, что они хотят скорее обвинить Бога Творца, который створил звезды, нежели преступник человека. Он здесь говорит, да, о той самой пресловутой судьбе, о том самом законом кармы, которым молиться нельзя. Это механизм, согласно как звезды сдвинулись, согласно этому такие люди родятся, и согласно этому все так будет происходить. Зачем молиться? Если закон, механизм неумолим. Ну, странно было бы, если бы молиться какому-то механизму. Молиться можно только личности. Господь есть личность, слышащая нас, слушающая нас, любящая нас. Молиться механизму невозможно. Молиться судьбе невозможно. Все преднач... предран... предначерчено. На самом деле, надо сказать, что что вся теория, так или иначе вся теория астрологии современной, строится на так называемых представлениях, которые впервые изложил э, греческий философ Птоломей. Но у Птоломея были совсем другие представления о боге, о творении этого мира, о устройстве этого мира. Птоломей, например, считал, что Земля плоская, что она покоится да, на водах океана. Это было его научное представление того времени. И Птоломей не знал, что такое закон прецессии равноденствия. На самом деле звезды уже сместились. Вот вы знаете, что если кто-то слышал когда-то о том, о чем говорят эти астрологи, то они говорят, что есть 12 домов, и вот они поделены, вот смотря в каком доме человек родился, такова будет судьба, такова у него будет жизнь. И все, ничего не надо. Понятно, зачем только все. Пассивная жизнь, плыви себе по течению. Как будет, так и будет. Куда кривая, по принципу, куда кривая вывезет. Но на самом деле, многие законы уже изменились. Есть закон прецессии равноденствия, то, о котором я сказал, что Земля притормаживает в своем вращении, и она смещается в отношении Солнца и других планет. И вот за это время, пока жил Птоломей, 2000 лет назад, произошло смещ... целое смещение на целый дом. Но чтобы быть понятным то, о чем я говорю, лучше я не специалист в этих вопросах, я специалист в области православного богословия, лучше обратиться к людям-ученым, кто действительно занимается непосредственно и отвечает на эти вопросы. Вот, например, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, доцент физика, физического факультета МГУ Сурдин, пишет в одном из своих трудов, цитата, «Положение знаков зодиака смещено относительно созвездия примерно на 30 градусов или на одно созвездие. Связано это с тем, что Канонические правила астрологии установлены два тысячелетия назад в трудах древнегреческих ученых. С тех пор в результате перемещения земной оси относительно плоскости Солнечной системы явления прецессии системы небесных координат сместилась относительно звезд, поэтому сейчас, когда Солнце находится в созвездии Тельца, астрологи считают, что оно в знаке близнецов. Конец цитаты. Я помню, в средствах информации это как-то проскальзывало, они быстро начали искать 13-й дом. Вместо 12 не знаю, удалась ли их попытка и к чему это приведет. Да, вот, например, в 1991 году римская газета «Пазесера», Печатала дискуссию между астрологами и астрономами. Не надо путать, кстати, астрологию и астрономию. Астрономос — это изучение звезд. Номос — законов звезд. Номос с греческого будет закон. То есть это изучение, движение планет. Это наука. А астрология — это когда люди приписывают звездам божественные качества. И вот эта газета печатала дискуссию между астрологами и астрономами, в ходе которой ученые поставили перед предсказателями еще один любопытный вопрос. «Как, — спросили они, — составить гороскоп для людей, родившихся на севере у полярного круга? Дело в том, что в течение многих месяцев небо над головой полярников лишено традиционных астрологических планет. Они находятся ниже линии горизонта. Получается, что родившийся в северных районах оказывается лишенным как черт характера, так и судьбы. Подобная дилемма так и осталась без вразумительного ответа астрологов. Вот такая религия была там, в Вавилоне, о которой Господь говорит, сошел посмотреть, <coughs> говорит, не остановится. И, как мы видим далее, сказано, что Господь смешал языки народов, и отсюда как мы и прочитаем, да, и рассеял Господь оттуда по всей земле, они перестали строить город, сойдем смешаем языки их, так, чтобы они не понимали речи другого, и рассеял Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Здесь мы видим, если в, прошло, в, прошло, в прошедших главах, которые мы с вами рассмотрели, мы видели с вами происхождение национальности, здесь мы видим происхождение языков. На самом деле я вот говорил с одним доктором филологических наук. Я у него спрашивал, а язык вот можно придумать искусственный? Он говорит, были попытки во времена э, советского прошлого придумать такой нейтральный интернациональный язык, но они не увенчались успехом. Он говорит, что язык — это некая такая данность. Нельзя его как-то изобрести искусственно, поэтому у нас сейчас английский считается международным. Действительно, язык — это тоже то, что Бог дарит человеку. Казалось бы, Здесь наказание происходит, и Бог смешал эти языки, это было как наказание для Вавилонян. Но когда Бог наказывает человека, это не значит, что он хочет как-то ему отомстить или взять какой-то верх над ним в нашем человеческом таком понимании. Бог наказывает человека, чтобы его исправить, и все, что Бог делает, наказывает человека, он делает только ко благу человека. Я уже неоднократно говорил об этом, если мать наказывает своего ребенка, заставляет его учить уроки, не значит, что она ему желает его зла. Ему, конечно, этого не хочется, он пока не понимает, для чего это ему нужно, но когда подрастает, знает. Мать знает, чем закончится так называемое лоботрясничество, поэтому она, любя его, наказывает, иногда даже применяет какие-то такие меры, чтобы проявить, чтобы выработать в нем усидчивость и прилежание к учебе. Так и здесь Господь наказывает этих людей, они рассеиваются по всему лицу земли. И я хотел бы еще сказать, что следующее, что не только, язы... не только когда они обретают языки, рассеются по всему лицу земли, это событие рассказывает не только о происхождении языков, но и о происхождении всех религий, которые существуют в мире. Часто мы встречаем, например, в религии Египта нечто подобное, история о потопе, о вавилонском столпотворении, о том, что змей там искусил э, людей. Но ну, это описывается как-то по-другому. В индуистской философии, например, в панишадах, в ведах нечто подобное проскальзывает, что было потоп, было все уничтожено. Откуда это все? Эволюционисты говорят, ну так вот постепенно развивалось, и потом произошел в какой-то такой синкретизм религий. Но это не так. Это неверно эволюционный взгляд. На самом деле религии произошли именно отсюда. Люди рассеялись по всему лицу земли, и они как бы растащили кусочки истины, ту, которую они знали: о потопе, о, о отпадении человека от Бога. Они растащили по всему лицу земли и исказили уже в своем, в таком вот, в своем языческом понимании. Ну, приведу хоть один пример в наших рамках невозможно, не история религии. Ну, вот, например, религия синтоизма. Это такая религия Японии. В Японии три есть религиозные системы: синтоизм, буддизм и конфуцианство. Синтоизм это коренная религия. Это она основывается на почитании предков, умерших предков. Но в этой религии есть такой ритуал. Один раз в году выбирают самого сильного человека. Этот самый сильный человек его готовится какое-то определенное время. Он должен на площади пробежать с одного конца до другого, где на этой площади собираются только мужчины. И считается, что мужчина японец кто дотронется до него, с того снимутся все грехи, которые он согрешил в течение всей жизни. Иногда этот человек не добегает до другого конца по другого конца площади, но иногда ему удается добежать живым. Представляешь, какая -то толпа. Откуда это такое понятие? Кто прикоснется, да, то снимутся все грехи. Это, конечно, мессианское понятие. Мы знаем это из Евангелия, из Священного Писания, когда женщина прикоснулась, когда она думала в себе, если только прикоснусь, то исцелюсь. Это все есть так или иначе в человеке, в его природе. Но люди, получив разные языки и Сохранив э, прежнее какие-то еще кусочки откровения о потопе, снова повторюсь, о всем, что происходило в Ветхом Завете, от падения человека, разнесли его по всему лицу Земли и придумали свои такие религии. Вот мы с вами рассмотрели сегодня 11 главу, которая, в общем-то, заканчивается тем, что э, в земле Ур, где. Э, цивилизация продолжает языческое существовать, Урхалдейский, там живет Авраам со своей семьей, там Сара его жена, отец Фара, и вот там Авраам, как сказано, Фара, у него многие отцы церкви говорят, непонятно, почему он выходит из Ура Халдейского, нет такого вот ответа, но какой-то промысел Божий, и 11 глава заканчивается тем, что и, как сказано 31 стих, «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аронова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышли с ним из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскому». Здесь начинается история о Аврааме. О Аврааме, о муже вере, о котором сказано, что поверил Авраам Бога, и это вменилось ему в праведность. Но это все подробно будет. Подробная история Авраама начинается с 12 главе книги Бытия, которую мы с вами рассмотрим в следующей нашей встрече.